Тля – это незаметный вредитель, который буквально за 2-3 недели может высосать все соки из ваших посадок, поэтому бороться с ней нужно немедленно, а еще лучше делать профилактическую безопасную обработку растений. Победить тлю можно с помощью простой комбинации с пищевой содой и сахара. Раствор будет привлекать насекомых, контактировать с их оболочкой и буквально расщеплять пищеварительные органы и оболочку. В этом видео я расскажу целых 3 рецепта с содой и сахаром для обработки растений, каждый из которых будет эффективен. Выбирайте самый удобный и спасайте посадки. Первый способ – смесь сахара, соды и оливкового масла. Смешиваем половину чайной ложки соды, столовую ложку сахара и 2 литра воды. Тщательно размешиваем, добавляем ложку оливкового масла и опрыскиваем растения по листу со всех сторон максимально тщательно раз в неделю. Второй способ – это распыление соды, сахара и средства для мытья посуды. Смешиваем чайную ложку соды с 2 литрами воды, добавляем столовую ложку моющего средства, переливаем в опрыскиватель и делаем обработку. И третье средство – сода, сахар и хозяйственное мыло. Так же, как и в предыдущих рецептах, смешивается чайная ложка соды на каждые 2 литра воды. Добавляется ложка сахара и чайная ложка натертого хозяйственного мыла в качестве прилипателя. В каждом из этих составов пищевая сода будет создавать на растении оболочку с щелочными свойствами, которая будет угнетать букашек и медленно их убивать. Буквально после 1-2 обработок тля покинет ваше растение и не сможет появиться вновь. Помните, что несмотря на безопасность соды, использовать ее ежедневно нельзя. Оптимальной частотой опрыскивания будет раз в 7 дней. Но если растения сильно страдают от вредителей, можно делать одну обработку каждые 3 дня. Особенно тщательно нужно обрабатывать нижнюю сторону листа, где прячется 80% тли.